Полицейскими управления внутренних дел Люберецкое задержан мужчина, подозреваемый в краже почти миллиона рублей. Им оказался 41-летний уроженец ближнего зарубежья. Он подобрал ключи к замку входной двери и незаконно проник в квартиру в поселке Красково. Из тайника в спальне похитил около миллиона рублей и скрылся. Со слов задержанного, похищенные деньги уже потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, а Люберецким городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.